Суть нашего бизнеса заключается в том, что мы производим товар очень качественный и очень высоко используемый, пользующийся спросом у населения и у наших оптовиков, у наших покупателей. Достижения на сегодняшний день те, что вот у нас ежегодно, каждый раз прибавляется, значит, география реализации нашей продукции, она все больше и больше расширяется. В ближайшее время мы хотим выйти, как говорится, на международный рынок, заключить многие договора. В ближайшее время мы планируем производство консервированной продукции. Оборудование линии уже заказано, значит, в скором времени оно поступит. И я думаю, где-то через месяц-полтора мы начнем производство новых видов консервированной продукции. Этот конкурс подстегивает нас на достижение более высоких результатов, и я думаю, мы с этим справимся.